посмотрел тут интервью Майка Тайсона у Малахова, короче говоря. Ну, в общем, насколько это в действительности умный человек с интересной вообще жизнью, с глубокой жизненной позицией совершенно. Вот, и, как говорится, когда я посмотрел это интервью, моя любовь к боксу еще удвоилась и, как говорится, укрепилась. Вот, потому что, ну, изначально, почему мне бокс? Бокс мне понравился еще лет 15 назад, но просто я постеснялся себе в этом признаться, ну, что я, мол, скрипач, интеллигент. Вот. И что, мол, что это вдруг бокс? И как-то я никому про это не говорю, вообще не говорю. А сейчас я осмелел, и я сейчас просто не то что всем знакомым выкладываю свою позицию, как она есть. Но я вот и целый канал уже вот у меня теперь есть, посвященный моей позиции, как она есть. Так что я ни хрена этого не стесняюсь. Скрипач, боксер, почему нет? Вот. Ну, я бы, конечно, с удовольствием бы занимался, но, видите, посмотрите на мои руки. У меня нежные руки и потом совершенно слабые. Дело в том, что в классе все не птицы, ну, как говорится, как все дети, ну, в детстве мы мерились. Значит, ну, армрестлинг, но тогда это так не называлось у нас. Ну, и, в общем, я проигрывал всем мальчикам и скажу вам по секрету, что и большинству девочек тоже. Только вот маленьким комариком нашим девочкам не проигрывал, а так, короче, ну, слабые руки, но зато очень выносливые на выносливость, короче говоря. Это Северопольское шоссе в сторону Москвы. Сейчас поделаем делишки, а там определимся уже, что нам дальше делать. Дальше показания хочу посетить, вот чего. Живем один раз, и надо выжить. Так что, forever.